В Кызылорде процветает нелегальный бизнес по междугородним перевозкам. Недалеко от официального автовокзала, оборудованного по всем требованиям безопасности, расположился стихийный. Возле обычного с виду кафе идет бойкий бизнес. Машины всех габаритов разъезжаются по разным направлениям. За исправность авто и наличие опыта у водителя, естественно, никто не отвечает, так же, как и за то, что провозят с собой пассажиры. Единственный в Кызылорде официальный автовокзал на грани банкротства. Вести честный бизнес по всем правилам почти невозможно, говорят его владельцы. Зато нелегальные процветают у всех на глазах. И по словам администрации автовокзала, никому нет дела до невыплаченных налогов, юридической безответственности, а главное, до безопасности пассажиров. Это у нас международная выставка «Экспо-2017». И приезжают очень много гостей с разных стран. Международная трасса полностью загружена автомобилями из соседних государств. Подобных стихийных автовокзалов без оформления, без учета отъезжают порядка 100 автомобилей ежедневно. Согласно требованиям безопасности, владельцы автовокзала с нового года установили по всему периметру камеры видеонаблюдения. Взяли рамки, металлоискатели и пункты досмотра. Билеты пассажиры покупают по удостоверениям личности. Машины регулярно проходят техосмотр. То есть все, как и должно быть. А вот так происходит посадка на стихийной станции. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области уверяют, что в курсе ситуации и работают над этим вопросом. 6 июня мы провели разъяснительную работу с этими перевозчиками и в будущем намерены работать в этом направлении. Также будем оформлять протоколы. Однако в администрации единственного городского автовокзала в эти проверки и разъяснительные работы уже не верят. Постоянно ведутся рейды с участием представителей госучреждений, акиматов, правоохранительных органов, транспортных инспекций. Однако данные рейды никаких результатов не несут. Вот и получается, что надеяться приходится лишь на сознательность самих граждан. Ведь экономя 300 тенге на билете, люди рискуют потерять гораздо больше. Стоит помнить, что практически ежедневно на трассах страны гибнут люди. И чаще всего причинами аварий становится неисправность авто и непрофессионализм водителей. Асем Караулова, Абай Нуржанула, Асылбек Менель. Информбюро, Кызылординская область.